Проще сниматься с оператором или самостоятельно? Помогает ли оператор собраться и перестать бояться камеры? Проще сниматься не с оператором, а проще, когда вместо оператора стоит, ну, рядом с оператором стоит ваш друг или знакомая, и вы ему рассказываете. Вот мне очень сильно помогает, у меня там есть помощник Екатерина, она садится напротив камеры, снизу камеры, я ей рассказываю, и получается хорошо. Оператора не видно, он в темноте. Отвлекает, когда оператор начинает там, знаете, ну, я долго говорю, и у меня оператор там стоит, там, раз, там, два, я говорю, что ты делаешь? Ну, и меня это вот отвлекает, потому что он-то, ну, затекает.